России он всего один такой, полностью технический ровный. Исключено на 100% попадание каких-либо посторонних предметов или загрязнений микробиологии. Полностью закрытый, и крыша сварена, и розлив идет из среды, перекисной среды. Требования очень высокие, так как мы фасуем детскую продукцию. Здесь обратите внимание, это машина выдува. Если посмотреть, мы видим приформы, из которых в дальнейшем вздувается бутылочка. Вздувается в машину приформа, проходит через печь, нагревается до полуплотничного состояния и за счет большой температуры и давления воздуха выдувается уже бутылочка, которые уже выдули приформы, и они даже переходят на сборку. Это австрийская, да? Германия. Мы туда возвращаться не будем, поэтому посмотрите, здесь концевое оборудование, так называемое. Это робот, который укладывает кейсы сформированные на палеты. Погрузчик снимает и увозит на холодный склад. Также обратите внимание, на нашем предприятии работает программа, если кто знаком, бережливого производства или Lean Production, которая заключается в применении очень важных и правильных инструментов, начиная от визуализации на полах, теневые доски для инструмента. То есть основной принцип – все должно быть на своих местах. Все под руками, все удобно. Не будете идти ни по этой линии. Нет, туда нельзя подниматься. Нет, нельзя. То есть в чем прелесть вот таких вот теневых досок, если какого-то элемента нет, сразу видно, что он не на своем месте. Пойдемте дальше. Здесь мы подошли к блоку контроля упорки и рентген-детектора, машина, которая определяет в каждой бутылочке. Вот первый агрегат, он проверяет плотность упорки крышкой, а следующий на просвет проверяет наличие каких-либо посторонних предметов. Каждая бутылочка просвечивает, и, соответственно, если там находится какой-то посторонний предмет, кусочек металла, камень или еще что-то, эта бутылка автоматически отбраковывается и не попадает дальше на конвейер. Да? Очень редко мы, на самом деле, этот агрегат каждый раз тестируем, раз в смену. У нас есть тестовые бутылочки, наполненные тем или иным предметом наличия. И он не сразу каждый раз попадание не бывает. Но, опять же, так как мы очень серьезно к этому относимся, к детской продукции, такой аппарат... Пока идет бутылка без этикетки, дальше мы с вами увидим, как работает. Пойдемте машине. Пожалуйста, аккуратно, не прикасайтесь к никаким деталям, потому что здесь упаковка находится не... Обратите внимание, упаковка идет рукавом достаточно длинным, и перед каждым
каждой бутылочкой ножом обрезаете и надеваете на бутылку. Дальше эта бутылка попадает в термотуннель, где за счет температуры происходит термоусадка, естественно, на бутылке она полностью облегает ее контур. Скажите, сколько зарплата у вас? 30 тысяч. Понял. Это чистыми или грязными? Понял. Потом. Машину, картонажник, так называемый, который укладывает кластеры, коробочки, и дальше эти коробочки, кейсы уже идут на палетайзер, и укладывается большой степ на палет. Раньше оно в продажу не уйдет. Это допустимо по тех регламенту срок по дохождению до кондиции. То есть он сейчас йогурт поступает на холодный склад и, скажем так, дополнительная ферментация, повышение процесса идет в течение суток. То есть если этот продукт однозначно сегодня в продажу не попадет. А у меня вопрос. Да. Вот вы сказали, 4 человека работают. Да. Ну, зарплата одного человека 30 тысяч рублей. Но почему такая низкая зарплата? Если, казалось бы, высокотехнологичное оборудование, а зарплата всего 30 тысяч рублей. Откуда у вас цифры такие? 30 тысяч? Я спросил специально. Мы прокомментируем отдельно этот момент, плохо. Будет интересно. Плохо. Потому что цель учиться на высокотехнологическом оборудовании и потом, чтобы за копейки работать, я не понимаю ее смысла. Мы с вами отдельно обсудим. Хорошо. Так, коллеги, мы завершили экскурсию по линии Кроны, с линии Роджера питьевых йогуртов. Сейчас выходим и перемещаемся.
поэтому будет смена вкуса, будет продаваться другой йогурт, когда смеет этикетка, будем развиваться здесь еще, на самом деле, если интересно более подробно, будет информация на портале на свой пойдем в процессы сейчас, но поесть, если интересно, мы можем отдельно потом показать. Появляется структурный дополнитель, это джемы, варенье, по сути, в больших бочках, которые приводят нам поставщики. И на одном из нас предприятий тоже так есть джемоварочное отделение. Если это яблоко банан, то это яблоко банан. Он заквашивается йогурт, и в него добавляется по сути... Пардон, давай. На Коле тоже так говорили, но когда я там работал, один порошок, где вода, что еще быстрее? Здесь вот так. Я просто сказал, это натуральный йогурт и фруктовый наполнитель. Здесь сколько бананов нужно взять, чтобы это... Бананов.